Тимур, ну расскажи, как проходит адаптация в команде. Адаптация прошла прекрасно. Ребят многих я знал. Вот, я пришел, они сразу начали мне подсказывать и подбадривать. Вот, и, конечно же, мы, когда в зале тренировались, мы обсуждали многие моменты. Матч с «Зенитом», победа очень хорошая. Многие не верили в команду. Как получилось такой результат добиться? Настрой был очень хороший. Во-первых, тренер дал мотивацию. И, во-вторых, Артем Дзюба завел команду в раздевалке перед матчем. Вот. Ну и, конечно же, для всех это понятно, то, что все ребята на такой матч были мотивированы, вышли и сделали свое дело. Победа с «Зенитом» уже в прошлом. Сейчас матч с Нижним Новгородом. Команда тебе очень известна. Расскажи, что ты можешь сказать об этой команде. Ну, а об этой команде я все только хорошее могу сказать, потому что я в ней провел 3 года. Вот, и эти были хорошие года. Потому что если я оказался здесь, в большом клубе, опять-таки, значит, там для меня был рост. А для меня этот матч, как сказать, будет... Ну, просто игра против друзей. Конечно же, захочется их выиграть, потому что для меня сейчас, в данном случае, «Локомотив» – команда моя. Вот. Добыть результат хороший. С кем ты из ребят оттуда общаешься? И обсуждали ли вы в ближайшем матче уже? Общаюсь, да. Были приколы, подколы. Вот. Но какие-то обсуждения чего-то там личного нет. Потому что... Кто из твоих близких придет на матч? Из моих близких? Ну, вся моя семья. Жена, брат с женой, мама. Мама приедет перед матчем прям. Поддержка болельщиков, она же важна. Ждем много людей. Конечно, конечно. Это даже не обсуждается. Я всегда говорил и буду говорить, у нас болельщики очень хорошие. И их должно быть слышно громко. Главные причины, по которым болельщикам нужно прийти на матч с Нижним Новгородом? Главные причины? Любовь к команде. Они же из-за любви команды приходят, вот, и поддержать ее, потому что с помощью их мы бываем еще больше мотивированы и хотим выложиться на все 100%.